Друзья, всем привет! Сейчас я буду менять здесь пыльничек на суппорте, на тормозном. Пыльничек здесь порванный, порвался. И туда летит грязь, пыль. И вот во избежание выхода из строя цилиндрика поршенька, чтобы он не заклинил и не потек, а тем более еще и чтобы не закис, я сейчас поменяю пыльничек. Прикупил вот такой вот автофрен. Пыльник на одну сторону. Ну, тут он в комплекте идет с сальничком. Вот пыльничек. Также здесь идет колечко, сальничек такой. Два пыльничка на направляющие втулочки. Вот они, которые ходят здесь. Вот второй колпачок. И вот такое вот маленькое резиновое колечко. По-моему, оно стоит на какой-то из направляющих. Ну, сейчас по ходу, сейчас совсем разберемся. И еще заодно хочу все-таки поменять тормозные датчики на колодке. Здесь они, помните, кто-то когда-то их откусил, они так и стоят, в общем-то. Сейчас я их буду менять. Прикупил на разборке вот такие датчики. Это с японского разбора, с японского Мерседеса. Датчики хорошие. В принципе, у машины был небольшой пробег, то есть вот первые колодки. Кстати, вот здесь вот еще есть еще и клеймо АТЕ, АТЕшные колодочки. Вот. Новые датчики немного дорого стоят, ну а это по сходной цене, в общем-то, вместе с этими колодками и забрал. Но еще мне понадобится вот это вот, кстати, вот на колодку. Вот это, как она называется, не знаю, жестяночка, в общем. На вот эти колодки, когда я менял, это гроссовские колодки, жестяночки этой нет. Видите, она пустая. И суппорт немножечко туда-сюда юлозит по колодке. Когда нажимаешь тормоз, такой бывает иногда неприятный скрипок. Хр-кр-кр-кр. В общем-то, сейчас я думаю, устраню. Но я еще думаю, что из-за вот этой вот, может быть, направляющих немножечко суппорт так подгуливает. Ну, посмотрим. В общем, сейчас будем разбираться с этим, со всем делом. Так, друзья, давайте начнем с самого легкого. Вытащим вот этот откусанный датчик. Вот он такой. Выкинуть его. А, нет, подождите, не выкинуть. Проверим. Ну и идентичные. Вот этот сейчас поставим. Так, вот это снимем аккуратно. Вот так вот. Контакт. Вот про что я говорил. Видите, вот. Вот он.
Пока остатки пыльника здесь стоят, сейчас я зачищу от налета. Чтобы было меньше грязи. Суппорт сам здесь алюминиевый. Так, как он вытаскивается? Ну, по идее, должен вытащиться довольно легко, я так думаю. Только нужно будет его грамотно поддеть. Ага, здесь вот такое кольцо. Вот оно. Прорезиненное. Итак, друзья. Смотрите, короче, нашел вот такую вот стамесочку. Или долото, как можно назвать. Короче, вот, аккуратненько вот так вот получается. Вот тут в сальнике железная обойма стоит. И он плотно сидит в этом, в пыльнике. Вот так вот аккуратненько поддел и подстучал, немножко замял. А теперь вот подцепил. Вот так вот. Ну, аккуратно смотрите, не повредите. Со всех сторон сейчас мы его подденем. Вот это алюминий мягкий, так что будьте предельно аккуратны. Вот он, о чем я и говорил. Это железное, вот оно. Видите, вот обоймочка, и он хорошо сидит там. Вот, видите, железная обойма, так что довольно добротно сидел. Ну, в принципе, не повредил. Так, туда не лезьте, чтобы не повредить вот этот цилиндр. Только единственное... О, грязи до хера и больше здесь. Вон она. Уже успела подзабиться. Сейчас нужно вычистить все. По самому цилиндрику не шоркайте. Надо его промыть сейчас промывкой для тормозов или карбом, короче. Вот грязь вот успела уже забиться на поршенек. Он поэтому иногда на тормоз и как бы так подклинивал, подскрипывал. Сейчас грязь всю вымою. Аккуратно смотрите, чтобы вам глаза не попало, если будете так делать.
Так, сейчас протру все тряпкой. Итак, все вот здесь вымыл карбомочистителем. Весь этот, всю пыль, весь песочек, который там был. И вот налет от колодок. Сейчас мне нужно будет аккуратно этот пыльничек засадить, чтобы не повредить его. Вот, да, еще забыл сказать, что если будете заниматься вот так вот суппортом, ну, по той или иной причине, ни в коем случае при этом не открывайте двери, пусть машина вообще будет закрыта, чтобы не сработал СБЦ. А так можно заниматься этими делами при закрытых дверях. Так, чё, ребят, сейчас смажу вот здесь вот тормозухой, чтобы помягче заходил. Вот так. Есть. И сейчас буду пробовать туда его засунуть. Так, главное его не порвать при этом. Так, вроде бы залазит. Не, ну садится он ништяк. Главное, чтобы вот здесь, на этом его моменте, не подорвать. О, ништяк. Ништяк сел, как родной. Отлично. Красавчик. О, отлично. Все, ребят, сел нормально он. Так, сейчас я его подправлю только. Только его надо аккуратно подправить. Вот его надо аккуратно подправить. Только чем? Сейчас придумаю, чем надо. Что-то такое тупое и тоненькое. Юбочку саму, вот пыльничка, чтобы он сел туда. Итак, все, я вот юбочку все подправил. Сидит сейчас хорошо, плотненько. Так, вот этот сейчас железный пыльник одеть нужно. Вот, есть.
Отлично. Ну, все ништяк сидит. Немножко подправила. Вот так вот, чтобы он... Вот так. Отлично. С самым основным я справился. Успешно поставил пыльник. И можно ставить датчик. Ничего сложного нету. Вкнули. Вот эту сейчас жестяночку одену. Вот так, есть. Готово. Отлично. Можно ставить. Готово. Все готово. Сейчас остается только разобраться вот с направляющей. Поменяю там пыльничек. Вот этот. И